Надеюсь, что будет очень хороший, честный, мощный бой. Прогнозы делать не буду на этот бой, потому что здесь шансы равны. По очкам Магомедов. Представляю вам соперников и первого президента в синем углу. Introducing first, fighting out of the blue corner, the challenger. Бойцу 31 год, рост 160 сантиметров, вес 61,5 килограмм. 31 years old, he stands 160 centimeters tall, official weight 61.5 kilograms. Его профессиональный рекорд 19 боев, 18 побед и только одно поражение. His professional record 19 bouts, 18 victories and only one defeat. Его стиль рукопашный бой, his style is hand-to-hand fight. Дамы и господа, из Костромы, Олег Домкрат Борисов! А вот и его соперник в красном углу клетки, обладатель чемпионского пояса. And his opponent fighting out of the red card, the champion. Бойцу 24 года, рост 170 сантиметров, вес 61,7 килограмма. 24 years old, he stands 170 centimeters tall, official weight 61.7 kilograms. Его профессиональный рекорд 13 боев, 12 побед и только одно поражение. His professional record 13 bouts, 12 victories and only one defeat. Его стиль ушу сандо. Дамы и господа, из Махачкалы, Магомед Сигар Магомедов! And last instruction from referee in charge. Все готово к началу поединка между Магомедом Магомедовым и Олегом Борисовым. На 10 сантиметров Магомед Магомедов выше Олега Борисова, но Олег... А может ли ему это в поединке, мы скоро да, узнаем. Да, и старше Олег Борисов на 7 лет. Итак, первый раунд. Я думаю, отличать этих бойцов вы сможете без проблем. Да. Перчатки Олег... синим скотчем Олег Борисов. И в перчатках с красным скотчем Магомед Магомедов. Сразу занял центр ринга Олег. Олег Борисов. Начинает потихонечку поджимать. Так, таким маятничком он подходит. Встречает его ударом с ноги Магомед Магомедов. Ну, с такой разведки начинается у нас бой. Пять раундов, да. Да, нет, но в отличие от предыдущего, где Марат Балаев с Юсупом Раисовым зарубились сразу же, там была сразу драка. Здесь бойцы более выверенно, более размеренно начинают бой. Да, совершенно верно. Неизвестно, в какой манере запланировали бой тот и другой провести. В борьбе ли, в стойке. Олег Борисов, для тех из вас, кто внимательно следит за нашими трансляциями, шоу ACB, Олег Борисов знакомый боец. Мы показывали его поединок на турнире ACB-45. Тогда он нокаутировал во втором раунде Турала Рагимова. Да, пока у нас такая позиционная... Подхватывает ногу Магомед Магомедов. И будет ли посадка от него, да, при условии, что Борисов борец, да. И отличный боковой переворот в одну ногу. Но при этом отдал голову, а нет. Сразу же вытаскивает он, да, контролирует. Подтаскивает к сетке Борисова. Да, в хафмаунте подтаскивает он к сетке Олега Борисова. Тот пытается встать, при этом отдавая спину. Забрал спину Магомедов. И будет ли он дальше сваливать или в стойке продолжает работать. Попытка броска. Да, в зацепом ставит на колени он Олега Борисова. Тот опять поднимается. Такой неуступчивый Олег Борисов.
не так-то просто его свалить на самом деле. Да, то есть он пониже ростом, и что дает ему преимущество в устойчивости на ногах. Снова прижимает сетки и начинает обрабатывать ему бедро коленом. Разворачивается Олег Борисов прекрасно, да. Улучшает для себя позицию, вставляет руки. Проходит удар коленом у Магомеда Магомедова. У да, нас... разворачивает Олег Борисов ситуацию для себя в лучшую сторону. И снова вставляет колено Магомед Магомедов. Попытка броска со стороны Борисова не проходит. Да, снова у нас позиция такая в борьбе называется крест. Когда один держит за руку, второй за спину, обоюдно стоят. Надоело это рефери. Разводит он бойцов снова в стойке. И у нас продолжается неспешная работа на дистанции. Пошел вперед. С ударом входит Олег Борисов, да, и... Попытка броска очередная от Олега, но пока Магомедов сохраняет устойчивость, обмениваются коленями бойцы. Борьба за, что называется, контроль, за захват в стойке. Да, ни тот, ни другой не рискуют, не рвутся вперед, потому что это чревато нарваться на... встречную атаку, либо встречный удар, перевод. Да, и, кстати, не расцепляются. Да, и бой-то не рискует еще мотивация. Это велика цена. Более чем велика цена. Да, у нас титульный бой за титул чемпиона лиги. Опять попытка броска со стороны Борисова. Магомедов вновь проявил хорошую устойчивость. Поэтому каждая ошибка может стоить пояса. Не просто... единички в графе поражения. Напомним, Магомед Магомедов является чемпионом. Действующим чемпионом. Да, проводит защиту. Хайкик от Магомедова на месте руки у Борисова. Да. Отличный зацеп. Перевод. Партер. От Олега Борисова, да. Но тут же пытается встать Магомед Магомедов. И практически ему это... удается, но контролирует спину, да. Олег Борисов встает. Магомедов. У нас снова клинч в стойке. Попытка выйти из клинча с ударом. Пресекается гонгом об окончании первого раунда. Очень такой равный, на мой взгляд, отрезок боевой провели бойцы. Посмотрим, что будет дальше. Ну, держал в напряжении нас весь этот первый раунд. Да, даже не заметили, как пролетели эти 5 минут. Но пока сил потрачено немного. Спокойно дышат бойцы, сейчас получат корректировки, наставления от своих угловых. У нас с вами второй раунд. Кстати, сейчас в углу Олега Борисова мы видели Андрея Корешкова, который российского давал, да, свои корректировки по ходу этого боя. Потому как, ну, со стороны всегда чуть беднее, да. Что надо делать? Попытка прохода от Магомеда Магомедова, но спокойно вставляет руки и встает Олег Борисов. И снова у нас чисто классическая позиция, да, борцовская. Здесь забрал Борисов, казалось бы, шею. Но вот пройдет ли... Ну, это скорее не забрал шею, а скорее контроль от действий Магомедова. Ну да, сковал его. Опять колени в стойке, в клинче. Ну,
Но надо понимать одно, что в предыдущем бою, да, были два претендента на чемпионский пояс. Сейчас один из них действующий чемпион. То получается, для того, чтобы Борисову забрать пояс, ему надо действовать в два раза активнее. Ну и да, больше проявлять инициативу. Потому что при такой равной борьбе пока бой за Магомедовым. Неизвестно, конечно, как будет дальше. Считают судьи, и как будет дальше, чем все закончится. Но пока из того, что мы видим, вот хорошо попадает Олег Борисов, как услышал нас, что надо ему активизироваться, идти вперед и больше проводить технических действий. Мне кажется, он немножко так зарядился вот на один удар или на одну двойку. Так зажат. Может быть, ему просто поработать побольше. Уже так на очки. Поджимает. Ну, при случае Магомедов может, кстати, и сконтрить, и попытаться перевести ситуацию в партер, но пока работает стойко. Ну, как мне кажется, ситуацию немножко контролирует все-таки Магомедов, потому что он чемпион. А Борисов не обостряет ситуацию. И вот попытка прохода в одну ногу от Магомеда Магомедова. Забрал ногу. Будет ли посадка, да, будет и дальнейший перевод. Пока хорошо контролирует, хорошо стоит на ногах. И да. Попытка броска. Но навряд ли засчитают этот тейкдаун, потому как не было контроля. Сразу же встал Олег Борисов в стойку. И снова у нас борцовское такое противостояние в стойке. И два хороших правых удара по корпусу наносит Олег Борисов. И коленом отвечает ему Магомед Магомедов. Но у нас здесь опять такая несколько патовая ситуация, обоюдный контроль, стойки, бойцы не расцепляются, работают коленями. Вот вы слышите... Подсказывает Магомеду Магомедову о том, что надо локти включать в работу. Да, рефери в очередной раз разводит бойцов на дистанцию, и все начинается сначала. Поддавливает Борисов. Ну, у меня ощущение, что он, возможно, сознательно отдал инициативу Магомед Магомедов. Да, и работает просто вторым номером. На контратаках встречает. Все видит, все проходы видит Олега Борисова. И спокойно контролирует. Потому что чемпион он, и ему в данной ситуации не обязательно лететь вперед. И так как это надо бы делать Олегу Борисову. Но пока у нас снова позиционная борьба, обмен ударами коленями и очередная попытка зацепа от Олега Борисова. Хорошо он пробивает в корпус правой рукой. Первая защита титула, кстати, для Магомеда Магомедова. С Петром Яном он прошел всю дистанцию. 5 раундов, посмотрим. У Олега Борисова еще 5-раундовых поединков в карьере не было. Вот хорошо на скачке по печени попадает Олег Борисов, но встречает его двойкой Магомедов. Десять секунд остается до конца второго раунда, да? Не рискует. Попытка бэкфиста. Ну, поверх головы так он проскользнул. Да, здесь рост, можно сказать, спас Олега Борисова. Конец второго раунда. Thank you.
Итак, у нас уже третий раунд. Хотелось бы увидеть больше активности от бойцов. Что касается чемпиона, то, как мой коллега справедливо заметил, Магомедову вперед лететь смысла никакого нет. Он работает вторым номером, ловит соперника на ошибках. Ну а Борисову, да, нужно взвинчивать. Да, Борисову надо более чем взвинчивать. Ощущение такое, что подготовленная тактика-то пока не работает. Не приносит результат та тактика, которая была. Потому что не видно какой-то картинки боя. Цельности, да? То есть, как ты сказал, несколько, может быть, растерян Олег Борисов и не знает, как ему... Что делать? С какой стороны подойти к Магомеду, да. Магомедову, да? Просто вот. не видно, к чему и под что подводит Борисов. К какому финалу? Ну, явно не было там расчета на все 5 раундов продержаться чемпионом. Вот сейчас проходит на выходе из клинча боковой удар у Борисова. Но одного удара мало. Мне кажется, он слишком заряжен на один удар. Да, случайно попадает ударом ниже пояса, да. Магомедов. Ну, я думаю, это не то, чтобы было сделано не специально, да. Нету вообще никакого смысла ему. Итак, поединок продолжается. Третий раунд. Бой за звание чемпиона ACB в легчайшем весе. Чемпионом является Магомед Магомедов в перчатке с красным скотчем. Претендент Олег Борисов. 12 побед. Одно поражение у Магомедова, 18-1 послужной список Олега Борисова. Хорошо, вот сейчас попал Борисов, но этого мало. Здесь нужно дорабатывать. Развивать атаку надо. Конечно. Но ощущение, что он зарядился вот именно на такие акцентированные одиночные удары и связками практически не работает. То есть шанс на то, чтобы поймать и вонзить, что называется. У Олега Борисова такое ощущение. Да, нокаутировать, конечно, тяжело будет Магомедова, потому что он удары пропускает, но ему без разницы на эти удары. То есть он спокойно их держит. Просто спокойно держит удар. У нас продолжается поединок в стойке. Такое ощущение, что оба особо не хотят переводить ситуацию в партер. Вот попытка со стороны Борисова. Плечей со стойки, да, от Олега Борисова, но... Раскачивать плечо не удалось. Да, плеч со стойки хотел сделать Олег Борисов, но вовремя вытащил руку Магомед Магомедов. Хотя эти плечи со стойки мы уже с вами видели в прошлом бою, когда Борисов поймал своего соперника на движении. Попадает хорошо Борисов. Попадает через руку Олег Борисов, но опять клинчует его с ним. Магомед Магомедов свяжет. Клинче, стойки. Колено от Борисова. Отвечает Магомедов. Попытка бросить от Магомедова. И печень вставляет, да, колено Магомедов. Разводит рефери бойцов. Обратную стойку, да, там было попадание в па, но не подал виду Магомедов. Все, извинились бойцы друг перед другом. Больше ударов просят боковые Олега Борисова от него. Хорошо на скачке попадает он. Левым снизу Олег Борисов, но тут же прихватывает ногу Магомедов. Возможно, кстати, попытается перевести ситуацию в партер здесь. Магомед Магомедов, ну, для разнообразия хотя бы. У нас тем временем остается минута до конца третьего раунда. Не сказать, что изобилует боевой отрезок активными действиями, больше позиционной такой борьбы. Тактическая. Больше тактическая, да, работа тактическая. Обоих бойцов. У нас с вами пятираундовый поединок. Я думаю, что после третьего раунда, даже несмотря на то, что так все вязко,
должна физика уже начать сказаться. Да, начать сказываться. Дергает на себя Борисова Магомед Магомедов. Ну, то я заметил, у него такая стандартная ситуация. Хорошо зацепом роняет Олег Борисов, переводит в партер, зарабатывает. Тут же встает. Тейкдаун, да, но встает сразу же. Магомед Магомедов. Раунд закончен. Я заметил, у него такая появилась тенденция в третьем раунде. Он попадает навстречу и тут же старается перевести в партер. Пока не очень удачно, но удары навстречу у Магомеда Магомедова проходят. Еще раз напомню, уже бился все 5 раундов в прошлом своем поединке Магомед Магомедов. А вот Олег Борисов дистанцию 5 раундов не проходил ни разу. Четвертый раунд у нас, дорогие друзья, напоминаем, титульный поединок за звание чемпиона ACB в легком, в легчайшем, конечно же, весе. Чемпионом является, вот он сейчас попытался провести тейкдаун, это Магомед Магомедов в перчатке с красным скотчем. И Олег Борисов в качестве претендента. С хорошими послужными списками бойцы, 12-1, 12 побед. Лишь одно поражение, это Магомедов, и 18-1 Олег Борисов. Олег Борисов участник турниров ACB, также много боев провел Fight Nights. В общем, искушенный претендент. У нас традиционный для этого боя клинч стойки с коленями. Пока что картина не меняется. Все 3 раунда, да, такой немножко каратистской манере работают ударами руками по корпусу и вставляя колени бойцы. Попытка удара волл-кика от Олега Борисова, он тут же прихватывает ногу Магомедов, сам отвечает волл-киком и попытался перевести ситуацию в партер, но не тут-то было. Но, в принципе, вот заслушка поединка, она скорее на руку Магомедову, чем Борисову. Определенно. На мой взгляд, Борисову нужно выходить из клинча, причем выходить с ударом. У него несколько раз проходили такие комбинации. Ну, либо переводить бой в партер и там заканчивать его. Да, пытаться закончить. Рефери в третий раз разводит бойцов в стойку. И вежливо предлагает быть поактивнее. Пошел вперед Борисов. Хай-кик от Магомедова на месте руки у Олега. И традиционный клинч в стойке. Обмениваются коленями граждане-бойцы. Вот такой немножко тягучий, вязкий бой. Но опять-таки, да, очень велика цена. На кону титул чемпиона лиги ACB стоит. Цена-то велика, но да, тем не менее, чтобы завоевать титул, надо показывать технические действия. В первую очередь, это относится к претенденту Олегу Борисову. Лоу-кик от Магомедова, только что мы видели.
Вот уже надо Борисову просто идти вперед и подраться. Просто подраться с Магомедом Магомедовым. Побросать ручки. Побросать руки, ноги. Соперника. Побросать соперника, да. Вспомнить, включить все свои борцовские навыки и умения. И у нас снова клинч в стойке. Прижал к сетке Магомеда Магомедова. Олег Борисов. Вы слышите угловых. Ну, сейчас возле угла Олега Домкрата Борисова работают спортсмены. Попытка перевода в партер, но уверенно стоит на ногах Магомедов. Ну и Магомедов сам не против поработать в клинче. Олег было уже разорвал клинч, но Магомедов сказал: подожди. Но здесь Магомедов в качестве холодильника в клинче работает, а таскателем холодильника является как раз таки его соперник Олег Борисов. И вот эти клинчи весенние на сопернике на руку больше Магомедову. Борисов же просто изматывает себя вот такими действиями. Обозначает джеб. Магомед Магомедов. 15 секунд остается до конца. И отличный боковой переворот. И прихватывает на удушающий. Сдача. Сдача. Вот так вот. Главная задача выполнена Магомедом Магомедовым. И сдался его соперник Олег Борисов. Мы поздравляем Магомеда. Ну, признаюсь честно, крайне неожиданный поворот событий, да? За 10 секунд до конца четвертого раунда. Но, тем не менее, победа есть победа. И ждем официального объявления победителя. Защиту титула, защиту успешную, выиграл досрочно за 10 секунд до конца раунда. Вот так драматично завершился бой. Поздравляем Магомеда и уважение в любом случае его сопернику Олегу Борисову.